Это у вас есть свой Steam аккаунт основной, вы там играете, игры у вас какие-то накачанные. Вам надо сделать одну игру в офлайн режиме. Или вы хотите сделать две или три игры в офлайн режиме. Неважно, то есть у вас будет два стима или три, или больше. Что для этого мы делаем? Разберем на примере этого же стима, который у нас есть. За который у нас установлен Steam. Берем вот этот файлик Steam.exe. Создаем папочку для второго стима. 1, 2, 3 назовем его. Мне чуть не нравится название. Лучше буквенное, скорее всего. Пусть его работает. Скидываем вот этот файлик. Запускаем его. А знаете, давайте создадим три стима, сразу разберем. Также создаем третью папочку, BT, например. Скидываем тот же файлик. Тоже его запускаем. В обоих папках образуется. Ну, он скачивает установочные файлы. Все, сейчас это все сам он сделает, настроит. То есть мы создаем три Steam аккаунта. Один у нас будет онлайн и два офлайн. Для офлайн игры. По этому способу реально много вопросов. Сейчас попробую все учесть. Надеюсь, ничего не забуду. Ждемся. В принципе, все. Также закрываем окошко. Ждем, когда у нас третий тут добьется. Вот 2 дня или 3 дня назад прошло обновление Steam. И разработчики Steam закрыли дырку, что можно просто так запускать 2-3 Steam, ну, то есть на одном компьютере под одной учетной записью. Все, они это убрали. Не задавайте мне этот вопрос, там старое, новое. Вот есть способ вот этот. Есть еще способы, через реестр делать. Но реестр это довольно сложно, и нефиг туда вообще лезть, в принципе, там ковыряться в этом реестре. Вот это самый адекватный способ, по-моему. Но, в принципе, он не сложный. Так что, если вы хотите больше одного стима, пожалуйста, делайте по этому способу. После этого мне только пишите, что вы хотите активировать. А не так, что у нас один стим, мы создаем второй стим. Молчите, что у вас есть второй стим, я вам активирую. Потом мне говорите, что у вас все вылетает. Ребят, поберегите, пожалуйста, мое время и свое тоже. Сначала подготавливаем все нормально, грамотно, потом мне пишите. Буду вам за это очень благодарен. То будут один случай. У человека были офлайн игры. Ему надо было срочно, чтобы я активировал. Я, в принципе, это сделал, делал активацию. Но сказал, прежде чем запускать те игры, будешь ты запускать, ты должен по этому способу все сделать. Иначе у тебя будет вылетать. Он меня не послушал, он запустил эти игры, потом какие-то там переписка, что ему что-то недоволен. То есть такого, давайте такого избежим, просто все подготавливаем, все как надо, сидел и нормально все будет. Вот, у нас три стима, один основной, второй и третий. Что мы делаем? Для этих стимов мы должны создать отдельных пользователей. Для основного нам не надо, у нас есть основная наша учетная запись. Для вот этих нам надо создать еще две учетные записи. Мы заходим в пуск. В семерке вот здесь меню выполнить должно быть. В десятке или, по-моему, и в восьмерке она вот правой клавишей на пуск нажимаешь и выполнить. Вбиваем здесь вот такую команду. Нажимаем ОК. Выскочит вот такое окошко. Мы видим здесь пользователя. Тут вот один у меня пользователь основной. Нам надо создать еще два пользователя для наших двоих, ну, для дополнительных вот этих стимов. Нажимаем «Добавить». Здесь мы нажимаем без входа учетной записи Microsoft, локальное. Имя может быть любое. Давайте назовем 111, пароль 111. Ну, везде 3 однерки. Тут нам надо любые 5 символов вбить от 5. Это вообще последнее поле, в принципе, не важно, вбивайте, что хотите. Нажимаем «Далее». Создан один пользователь. Нам надо создать еще одного. А, тут глюк бывает, оно сразу не дает.
Вот видите, нажимаю добавить, а он не хочет. Может, нажмем ОК, еще раз выполнить. Все. Вот такой глюк бывает, сразу разберем его. Если не создается третий пользователь. Закрываем, открываем заново. Также делаем все то же самое. Тут у нас 2-2, 2-2, 2-2. Так, 2-2. И тут ерунда всякая. Все, у нас есть три пользователя. Вот это для основного стима, вот это для двух дополнительных. Нажимаем ОК. Дальше что мы делаем? Нам надо создать файлик, который нам поможет легко запускать данные стимы в нашем компьютере с нажатием. За запуском одного файла мы запустим все легко, без всяких там лишних движений. Мы создаем текстовый документ. Раз. Назовем текстовый документ 2. Потому что у нас 2 стима дополнительных. И вставляем в эти текстовые документы вот такую строку. В комментарии я их напишу. Ой, не то нажал, не то нажал. Изменить. Пока просто сохраним. Тоже ставим. Просто сохраним. Очень важно переименовать эти файлы из текстового файла в батовские. На некоторых компьютерах не видно вот расширение. Чтобы было видно расширение, мы заходим в любую папку, открываем. Так, нажимаем здесь. Так, так. Что мы тут нажимаем? Я забыл. Нажимаем вид, параметры. Потом дальше вид переключаемся. И скрывать расширение для зарегистрированных. Вот у вас, скорее всего, если вы не видите, у вас стоит здесь галочка. Мы ее просто убираем, и у нас появится расширение. Давайте покажу, как. Вид. Скрывать расширение. Видите расширение? Опа, пропало. То есть нам надо сделать. На семерках, на восьмерках, возможно, по-другому. Посмотрите в интернете. Это ничего такого сложного нету. Все появилось. Поэтому мы текстовые файлы также переименовываем в бат. В бат. Так. Чтоб нам не путаться, мы назовем их так же, как называем папки основных стимов. Можно название игр переименовать. Это вообще не проблема. Все, дальше что мы делаем? Правой клавишей нажимаем, делаем изменить. А, совсем забыл. Чтобы у нас работали учетные записи, нам обязательно надо включить одну службу. А это очень важно. Если вы ее не включите, у вас работать не будет. Она находится в управлении компьютером. Если у вас там семерка, восьмерка, у вас вызывается по-другому, также посмотрите в интернете, как вот эту консоль запустить. Управление компьютером. Здесь заходим в службы. И ищем службу, называется вторичный вход в систему. У меня она была выключена по умолчанию. Переводим ее в автоматический режим и запустить. То есть у меня вот так она выглядела. Вот. Вот так она выглядела. То есть мы делаем автоматический режим и запустить. Если службы не будут работать, у нас ничего не получится. Окей. Переходим обратно к нашим файликам. Дальше нам надо нажать тут изменить, правой клавишей изменить и немного откорректировать. Во-первых, откорректировать надо по имени пользователя. Во-первых, у нас имя пользователя 3 однерки. Так что так и оставим 3 однерки здесь. То есть, если у вас другое, то мы переименовываем на другое. Вот это мы оставляем так же, вот это тоже мы оставляем так же. Здесь мы прописываем путь к папку, в папку Steam. Вот так вот делаем. Вот это файлик steam.exe мы оставляем, вот это тоже оставляем. Все. Вот такое у нас название будет. Нажимаем ОК. То есть у нас есть команда на запуск, есть имя пользователя, под каким пользователем мы запускаем. Это команда на сохранение пароля пользователя и путь, чего, что мы будем запускать. Так, это делаем мы. Это первой папочки. Это ко второй. Второго пользователя у нас. Три двоечки. Путь у нас вот такой вот.
Все. Отлично. Что у нас есть? Основной стим, второй стим, третий стим. То есть вы мне пишете, этот стим я не трогаю. Я активирую, например, вот эту игру и вот эту игру, и они не будут сбрасывать пароли других учетных записей. Если этих файликов не будет, у вас будет сброс пароля учетной записи. Некоторые мне пишут, у меня и так не сбрасывают. Но не сбрасывают, и слава богу. Если сбросить, то потом она сбросится тогда, когда вы любым стимом зайдете в онлайн. В онлайн заходите, у вас все обновляется, и все, у вас начинается сброс. Если вы не заходите, у вас не будет сброса. Вот этот момент сразу запомните. Вот. Отлично. Все, мы подготовили, как это вообще все выглядит. Это основной стим, это второй стим. Мы запускаем окошко. У нас запускается второй стим. На самом деле, вот черное окошко, вот это, которое пробежало, она просит ввод пароля. У меня уже был сохранен этот пользователь, поэтому меня, видите, не сопросило. А мы закрываем. Это для проверки. Должно запуститься вот это окошко. Если у вас не запускается, у вас 100% ошибка вот где-то здесь. Или мы две точки забыли поставить, или вот эту штуку забыли поставить. Надо проверить. Не надо мне писать, что у меня не запускается. Не запускается, значит, криво руки. Дальше идем. В третий стим запускаем. Вот. Вот такое черное окошко у нас высвечивается, когда мы создаем нового пользователя. Тут просит ввести пароль данной учетной записи. Пароль у нас такой же, как и учетная запись. Три двойки. Мы набираем раз, два, три. Видите, ничего у нас не появляется. Ни звездочек, ни символов, но они невидимы. Их надо нажать. То есть набрали пароль и нажали Enter. Все, у вас ничего не будет там. А то пишут мне некоторые, у меня не набирается пароль. Не набирается, потому что он набирается, его просто не видно. Вот этот момент сразу учтите. Все, у нас три рабочих стима, как это подготовили. И пишите мне уже. Будем активировать. Если у вас это не готово, и вам надо, чтобы у вас основной Steam работал, ребят, просто не пишите мне. Я не буду вам делать, реально. Все, этот вопрос мы разобрали. Ну, в принципе, наверное, все.